одно из самых таинственных его сочинений. К нему относишься приблизительно так же, как к Реквиему. Вот такое впечатление, что в каком-то месте душа ушла в небеса и оставила нам страшную недоговоренность, тайну. Мы знаем ведь, что нельзя слишком жирно подчеркивать мелодию Шопена, потому что у него аккомпанемент тоже очень важен. А важен почему? В частности, в ноктюрнах, как и в до диез минорном, это поющий воздух. Это то, что вот этот освитер, который делает короля. Мелодия часто представляет из себя сама по себе какой-то эмбриончик, а овевает ее вот какой-то таинственный, удивительный воздух. Потом эта мелодия сама начинает превращаться в бесплотную воздушную стихию, вот как у Андерсена «Русалочки», которые после смерти, помните, что с ними делается? Они превращаются в пену, возносятся в небеса. Вот и мелодия шопеновская тоже превращается в пену. И мы слышим, чем кончается этот ноктюрн. Это удивительный какой-то обертоновый столб, который уходит туда. Вот такое какое-то таинственное сочинение, которое Шопен сам не хотел обнародовать. То, что осталось у него недописано в ящиках стола, он просил сжечь после его смерти. Слава Богу, не сожгли, мы имеем возможность это услышать. И в той же таинственной тональности до диез минор знаменитый экспромт «Фантазия» Шопена. Ноктюрн Шопена, до диез минор и экспромт «Фантазия». Thank you.
то есть той же тоникой. До диез минорный вальс, вот в этом волшебном сумеречном свете, до диез минора, и с той же тоникой ре бемоль мажорный, гораздо менее таинственный и переводящий вот как раз это чувство романтического давления в блестящей россыпи вальса. Thank you.